Приветствую, дорогие друзья. Продолжаем постройку долголета. Я отказался от крепления полетника непосредственно в раму. О причинах расскажу в следующих видео. Полетный контроллер решил установить на пластину, использовав карбон с ненужной рамы. В первом видео я показывал проставки, которые мне помогли выставить соосный лучей. Они служат и в качестве шаблона для разметки крепления под мотор. Установив все на ровную поверхность, размечаю места для реза под крепление. Вырезаю посадочные под пластины крепления моторов. Уголки подрезаю убойным ножом. Подгоняю посадочные места. Для изготовления крепления моторов я использовал лучи от ненужной рамы толщиной 5 мм. На заготовке наклеиваю напечатанные выкройки с разметкой по профилю и отверстиями по 3 мм. Как я обрезал и просверлил, думаю, нет смысла показывать, тратя ваше время. Обезжирив все места склейки ацетоном, наносим циакрин. Положив все на ровную поверхность, прижимаем на несколько секунд. Дальше фрезой делаем пазы в пластине с обеих сторон относительно трубки. Глубина реза примерно 3 мм, как и ширина. Убираем глянец с трубки. Пропитав 20 сантиметров карбоновой нити эпоксидной смолой, начинаю крепить пластины к лучу, обматывая таким образом. Пропитываем все клеем. Смолу в ненужных местах лучше вытереть растворителем, пока не застыло. Вырезав нижнюю пластину и просверлив, отзинковав отверстие под болты в платай, наношу эпоксидный клей, изначально обезжирив поверхности. Зажав прищепками, оставляю сохнуть на 24 часа. Накрутив на болты крепления стоек рамы по две гайки, обрезаю болты. Дальше мне необходимо сделать отверстие под провода, используя фрезу. Кромки реза стараюсь закруглить изнутри, чтобы не резало изоляцию. То же самое делаю и спереди рамы, примерно отступив 5 мм от перекрестия. Чтобы облагородить все по красоте и снять излишки смолы, обрабатываю наждачным диском.
Далее, протерев и бокситкой места обработки, приобретет ранний блеск. Отмеряю провода нужной длины, отрезаю с запасом по пару сантиметров. Использовал я провода 20 ОВГ. Для дальнолетного этого сечения хватает. Меняю короткие провода на моторах на новые нужной длины. В торцах лучей я сделал пазы под провода все той же фрезой. Со стороны крепления регулятора моторов пропихиваю провод. К нему припаивается три провода от мотора. Протягивая нежно и аккуратно провода по трубке. В местах выхода провода из рамы одеваю термоусадку, дабы избежать прорезания карбоном. На этом сегодня все. Звоним в бубенцы, лайки и до встречи. Удачи вам и вашим близким, друзья.